Ой, девочки и мальчики. Ну что, покрасила с обоих сторон. Теперь будет сушиться. В общем, вот так. Да, вонючий, конечно, этот аэрозоль. Но надеюсь, сегодня получится у меня. Его, сейчас, сниму маску. Его, конечно, надо два слоя красить, потому что, видите, все вот это вот проявляется очень много, очень сильно. Вот, поэтому надо, чтобы он высох и опять красить. А потом, наверное, я еще и черным валиком буду делать. Посмотрим. В общем, поверхность неровная, конечно, тут чего только нет. И волосины даже пристали. А вот когда, знаете, не было краски, я их даже не видела, эти волосины. Вроде как все счищало, но получилось вот так. Видите, вот. Ну ладно, сколько прослужит, как говорится. Вот. Естественно, надо вот здесь внутри тоже красить, да? И очень много где тут разорвано, надо потом будет клеить. Вот, потому что, конечно, это... Где-то тут уже подклеила во многих местах. Надо будет еще клеить. Вот, ну. Вот так вот. Без маски, конечно, никак. Хотя я думала, на улице без маски. Не-не-не. Два баллончика истратила без маски. Голова закружилась. Вот. Поехала еще купила баллончиков. И, в общем-то, вот так. Как получится такое? Смотрите, что я делаю сейчас. Я взяла вот этот утеплитель для окон. И я его крашу в серебряный цвет. Вот тоже в маске. Это у меня такой проект, да? Так, надо отрезать здесь. И так, разложить еще раз здесь. И потом уже, когда он высохнет, у меня будет готовая серебряная лента. Так. Вот. Высыхает он быстро. Вот, вот так. Короче, у меня идея на черный фон наклеивать вот эти серебряные штуки, какой-то делать рисунок, а внутри них рисовать, может, красным и белым. Посмотрим. Маску сняла. Без маски я бы ничего не смогла, конечно. Хорошо, что у меня маска эта была куплена. Я не помню, для чего я ее купила. Ну, наверное, для аэрозоли купила. Так вот, вернемся к этой ширме. Видите, вот здесь вот тоже оторвано. Здесь я не знаю, почему он так даже как-то как наляпано. Хотя я здесь приклеивала по бокам. Здесь, может, отклею, я не знаю.
Можно, конечно, потом загрунтовать и покрасить уже краской. Где-то я буду красить просто краской, потому что все равно выходят вот такие вот пятнышки. Они, и я уже аэрозолью брызгала сколько раз, и они все равно выходят. Какая-то химия, что ли, не дает. Или какое-то как типа масло. Оно не дает краске улечься. А вот это вот все, подтеки, их не будет видно. В общем-то, в общем рисунке, когда я его сделаю, он как бы будет отвлекать от этих всех подтеков. В общем, первую картину, первую ширму я делала валиком и красками, да. Вот эту мы решили с Оксаной сделать спреем, решив, что это легче. На самом деле это не легче, это намного тяжелее. Я уже ухайдокала все свои двери, блин, все свои плитки. Ухайдокала, короче, потому что на траве тоже невозможно. Травинки все летят, и, в общем, вот так. В гараже, наверное, слишком было бы грязно после этого. Но сейчас теперь я ее в гараж понесу на вот эту картонку и уже буду доделывать без спреев, без всего. В общем-то, самое главное, черным все это покрашено. Вот, а теперь я это делаю валиком и краской, потому что все равно это все очень неровно, да? И очень многие пятна остаются. Вот так вот немножечко водой сбрызгиваешь и начинаем. У меня осталось тут чуть-чуть черной краски. Надеюсь, хватит. Посмотрим. И все, вот валиком очень хорошо, чтобы было все очень ровно. Все-таки краска есть краска, я вам хочу сказать. И качество уже совершенно другое. Смотрится и темнее смотрится, чем этот аэрозоль. Вот, и думаю, что будет лучше. Здесь, конечно, вот эта средняя панель, ее все время трудно достать. Ну ничего, раскорячимся, где наши не пропадало, правильно? Вот. И так вот будем постепенно делать проект. А как мне интересно, девочки, это делать все. Знаете, challenge называется по-английски. То есть смогу, не смогу. Вот видите, волосина. Зараза приклеилась тут. Ой. Ну, видите, как. А что делать, парикмахерская же? Ну, вроде думала, все очистила, а когда начала делать, все равно волосинки есть. Вот. И теперь вот здесь чуть-чуть сбрызгиваешь, чтобы не было совсем сухо. Да, и начинаешь. Ой, девочки, не смотрите на мои художественные тапки и ноги. Все в краске. Каждый день в ванну бегу. Вот. Ну вот я на одной стороне буду валиком делать, на второй, наверное, не буду. Посмотрим. А может, и на обоих буду. Подсохнет, посмотрим. Просто на самом деле здесь некоторые пятна из-под химии или из-под жира, из-под чего, я не знаю, но они вообще не покрываются этим аэрозолем. А вот краской покрываются, по-моему, посмотрим, проявится или нет. Прошлая ширма, я там 5 слоев делала, чтобы хоть как-то были эти буквы незаметны. Буквы проявляются, и все. И проявляются некрасиво. Вот. Ну вот тут вроде симпатично получилось. Так. Так, что я хочу сейчас сделать? Я хочу сейчас сделать трафарет девушки здесь. Не знаю, получится у меня или нет, но я знаю, что если не получится, я просто могу опять все закрасить черной краской. Так вот, для того, чтобы спрей не попал
на большей границе, чем надо мне, я его оборачиваю сейчас пластиком. Так, ну что, попробуем. Напыление произошло мощное, конечно, у меня. Вот, это меня не расстроило. Это мне говорит о том, что Наташа, это еще один, как говорится, шажок к тому, что ты должна это как-то исправить. Ну, будем исправлять. Видите, вот тут. Ой, по серебру накатило, но ничего, серебро тоже можно подкрасить. Здесь надо подкрасить. Да, вот так вот, видите, как не закрыл достаточно. Так вот и получилось. Ну ничего. Сейчас будем исправлять. Красочки надо побольше просто. Да, вот это вот мне не нравится, конечно. Ну-ка, сейчас я его попробую исправить, пока не засохло. О, видите, она как хорошо вытирается. Это неаккуратность называется. Неаккуратно начала водить, даже не подумав о том, что могу задеть честь девушки. Так, вот все хорошо. Дальше начинаем исправлять. Такие вот проекты мои. Ничего, я сейчас вот тут вот сделаю, а потом закрашу. Видите, как хорошо, что я валиком-то прошлась до этого. А если бы было сейчас на том, на пульверизаторе, было бы видно разницу.
Соседи ходят, смотрят, скажут, что делает соседка у нас, интересно, в гараже. Ходят, заглядывают. Так. Ну, такие напыления, конечно, они. Видите, вроде, я думала, не такое сильное, а оно такую разницу сделало, напыление. Не знаю, сейчас высохнет, будет то же самое или нет. Не знаю. Валиком очень нравится мне работать. Такие большие площади кисточкой не сделаешь. А если и сделаешь, то будет видно мазки от кисточки, щетину. Ну, посмотрим. Здесь будет красное у меня, что-то будет здесь белое, может. Не знаю. Посмотрим. Хочется вот, знаете, вот чтобы вот такое вот все неровное было. Вот так хочется. Тогда вот красиво. Во. Видите, вот другую кисточку взяла, поролоновую. Поролоновой тоже очень удобно.
Вот. Это то, что у меня получилось. Девочки и мальчики, это то, что у меня получилось. Итак, вот поставлена ширма. Я везде сделала вот эти вот bubble wrap. Почему? Потому что, смотрите, тут неровно получилось. Где-то светлее, где-то темнее, черное. А если вот эти вот сделать такие штуки, они отвлекают. Ну и она, в принципе, вот издалека смотрится симпатично. Единственное, что мне завтра, видите, здесь вот месс такой. Завтра я буду серебряным все вот здесь прокрашивать, каждую штучку. Вот. Но, в принципе, она вот так смотрится. Я не знаю, как она вам смотрится. Я не знаю. Мне почему-то эта девушка кажется как портрет на памятник. Скажите, так вам кажется или нет? Вот сейчас напишут. Так бы мы не подумали, а ты сказала, и так похоже теперь. Я не знаю, эта девушка вообще к чему теперь. Даже у меня здесь. Может, мне ее закрасить? Я не знаю, что делать даже. Ой, девочки, мальчики, я целый день работала над этой ширмой. Не знаю, что с этой девушкой сделать мне. Может, мне какие-нибудь блестящие штучки сделать, что ли, я не знаю. Ну, в общем, или какие-нибудь брызги на нее, чтобы она забрызгана вся была. Не знаю, девочки и мальчики. В общем, в любом случае, сейчас я это видео снимаю, и вы увидите его вместе с тем, что я к Оксане привезу. Так что ваши, к сожалению, ваши советы я все равно не увижу. Это уж я так. Вот, ну уже как получится, так получится. Буду думать, что буду делать с этой девушкой. Буду думать. Короче говоря, девушке я решила нарисовать голубые глаза и красные губы. Губы еще не закончены, высохнут, буду делать контуры, все такое. Но думаю, девушка выглядит намного лучше, вот такая. И на левом глазу нужно зрачок еще там подправить, вот под челкой, видите. Но сейчас пока все сохнет. Вот так. Девочки и мальчики, доброе утро. Иду в гараж смотреть утренним взглядом на свою ширму. Но вы не представляете, до чего я вчера дорисовалась. Я сейчас переверну ее другой стороной, и вы просто офигеете, что я наделала. Ой, не падайте в обморок. Поднимаю. Вы посмотрите. Винсент вчера показал, он говорит, это вандализм какой-то. Говорит, что это вообще? Если никому не понравится. Я говорю, я не знаю, почему я это сделала. Я вчера так, видимо, устала. И мне так захотелось что-то сделать. И вот я сделала, представляете? Это просто вообще жесть. Конечно, я все это сегодня буду закрашивать. Делать по-другому. Но я не знаю, почему даже я это сделала вчера. Это ужас какой-то. Ну вот, девочки, пока покрасила вот так. Наверное, буду делать кляксу с обратной стороны. Больше ничего я не знаю, не понимаю, что еще делать. Еще, конечно, я подкрашу белым. Вот, ну вот пока так. Так, показываю, девочки, мальчики, что я сделала. Посмотрите, черно-белое. Вот так вот я продолжила кистями. Как будто белое заходит на черное. Очень симпатично, кстати, получилось. Сейчас я так сделаю. О. Ну и на этом я сейчас буду делать кляксы. Просто кляксы. Одна сторона будет совершенно другая. И Оксана уже решит, какой стороной. Думаю, что вот где вот это вот, наверное, стороной, где она моет все. У всех там, не знаю, у нее там брызги идут. А та сторона, может быть, когда люди входят. Я не знаю, как она это сделает. Но мне очень нравится, как я вот так сделала. Такие как брызги. Так, короче, буду делать кляксы новым способом. У меня есть вот такая вот, такой поднос. Я буду сюда наливать краску и вот так скидывать. Посмотрим, что получится. Краска подготовлена. Смешана уже с клеем ПВА. Давайте начнем. Так, сюда все ставим. Я сама еще этого способа не пробовала. Сейчас еще раз посмотрю, видно, нет, да, все видно. Не пробовала этот способ, но видела, как его делают. В принципе, интересно. Ну, посмотрим. Наливаем, значит, допустим, белой краски. Допустим, наливаем красной краски. Примерно, да? Я не знаю, получится что-нибудь.
Берем, значит, вот эту штуку и... О, смотрите, какая красота получилась. Так, дальше наливаем белой краски, допустим. Я видела, что они где-то делают, и мне очень понравилось, как они это делают. Так, и сюда, допустим. Оп! О, смотрите, какие классные получаются эти кляксы-то. Наливаем красные краски. Наливаем черные краски. Я люблю два цвета смешивать. Можно, конечно, и три смешивать. Но мне кажется, два лучше увидеть больше. Смотрите. Так, сейчас сюда встану. О, какие они красивые получаются. Очень нравится мне. Так. И как мне получится? А? И как мне получится? Вот, окей. Так. Хочу черную с белой сделать. Вот сюда. Вот сюда кину. Такие прям, девочки, я не знаю, нравится вам или нет. Вы, конечно, скажете, разгрузня, кто любит цветочки, горы, леса, поля. Но это уже не важно. Я вам показываю то, что делаю я, и все. Не навязываю никому ничего. О, туда еще надо чуть-чуть. И, в принципе, все, туда надо беленького побольше. Беленького и красненького, наверное, чтобы было там посветлее. Так, сюда. Ну и что? Шикарно получилось. Картина называется «Не ждали». Я даже думаю, может, здесь уже больше ничего не надо. Пусть пока просто посередине будет все. Слишком много тоже не хочу. Но получилось просто, думаю, великолепно. Это стиль такой, да? Цветовые пятна. Вот, пожалуйста, вам. Теперь это будет сохнуть 2 дня. Потом я переверну ее. Потом я сделаю все-таки серебряные вот эти штуки, которые замазаны. Я их так еще не сделала. Серебряные, как их называют? Прутья эти серебряные. Ну и, в принципе, мне нравится, что одна сторона, что другая, так я вам скажу. Очень даже симпатично. Решила все-таки сделать еще наверх вот здесь. Здесь нет правильного или неправильного способа. Здесь есть хочу или больше не хочу. Ну что, девочки и мальчики, дорогие мои, эпопея завершена. Ирочка сегодня ко мне приходила. Говорит, вот эта сторона лучше ей нравится. Да? Может быть, Оксана вот эту сторону поставит, когда люди входят, чтобы видели. Да? Здесь вот я, видите, расписалась. Чтобы ни одного художника не опорочить, поставлю свое имя, сразу сознаюсь. Это делала я. Простите, да? Вот, вот такая вот эта сторона. Очень симпатичная, кстати, да, получилось. Так, надо вот так поставить. Все. Это у меня сейчас... Я на той стороне сейчас подправляла кое-что. Сейчас покажу, что подправляла. Ну, вот так вот будет, если стоять. Да, очень будет красиво, я считаю. Такая свежая она картина с этими брызгами. Так, ну давайте вот на эту сторону перейдем. Ну, во-первых, я сегодня полностью красила вот эти вот, где было заляпано. Вот здесь чуть-чуть покрасила, видите? Вот.
заляпано, везде я покрасила серебряным. Поэтому девушку я сделала и губы вот такие. Сделала еще один зрачок слева, видите. Вот. Ну, наверное, все. На этой стороне расписываться не хочу. Шучу. Вот. Ну, в общем, вот так. Я не знаю. Ира мне сказала, говорит, ну, такое ощущение, что как на детский похож рисунок. Ну и что? На детский разве это плохо? Вот с этой стороны, значит... Ой, смотрите, что наделала я. Тут надо закрасить. Вышли за края эти краски. Только сейчас увидела. Ну, ничего, это можно все закрасить черненькими. Все. Вот. Ну, короче говоря, пусть она с той стороны, где красит людей, они будут лежать и разглядывать вот это. Плохо разве? Очень хорошо. Ну, к Оксане поедем завтра, с вами отвезем. Посмотрим, что Оксана нам скажет. А что она скажет? Как там пишут некоторые? Оксана не знает, куда деваться от ее картины. Она ей везет и везет. А Оксана как бы такая, она приличная. Или как, подождите, как неприличная, уважительная, воспитанная. Она не может отказать. Ну, попробуй, Оксана, отказать вот этой ширме. Только попробуй. Буду привозить, и будешь брать и брать. Поняла? Пришел тот день, пришел тот час. Везем Оксане. А я не знаю, как там дальше. Барабас. Так, везем Оксане ширму. Все. Вон, видите, как гуляет с собачками у нас на этих. Hello. Так, все. Понравится, не понравится, не знаю. Все, упаковала. Едем. Ой, а он как? Видите, как едем. Ну, едем к Оксане, везем ей ширму. Я сказала уже это 10 раз в этом видео. Простите меня. Но на самом деле немножко переживаю. Впишется ли это ширма? Бедная Оксана. Нет, меня очень меня радует и меня смешат эти комментарии, где написано, что бедная Оксана, она не знает просто, как отказаться, но в силу своей воспитанности она принимает эти картины, скрипя сердцем, а это фальконы, она не понимает, что это некрасиво, совать свои картины Оксане. Оксана бедная уже не знает, что делать. Пожалейте Оксану. Пришлите ей каких-нибудь денег через меня. Я ей передам обязательно. Пожалейте. Так, что-то у меня тут... вот так лучше. Ладно, что сказать-то еще. Всей гурьбой 237 тысяч. Жалеем Оксану. Приехали. Ну что, тащим? Тащим! Не знаю, как тащить-то даже. Окей. Ой. Ой, девочки милые. Ой. Я не могу тащить-то ее. Она такая высокая, блин. Это ширма, чертяга. Так, не знаю, как даже. Мне же хочется, чтобы вам показать. Я складывать-то ее боюсь. А вдруг кляксы еще не застыли. Так, несем вот так тогда. Сложила. Блин. Ладно. Надеюсь, кляксы у меня. Так. Ёб твою. А, вы говорите. Слово не идет. Yeah, thank you. Оксана вон тут стоит уже. Видите, Оксана. Ой. Так. Ой, Оксана. Принимай. Какой стороной будешь ставить? Я вот ту сторону лаком покрыла. Это красиво. Вау.
Может быть, этой стороной туда? Смотри, как ты. Я пока поставила то, потому что мне там это упало. Ну да. Вот, ты, вот этой стороной поставь к людям, где ты моешь. А, моешь, да. Где моешь. А, где моешь? Да. Нет? Почему? Тебе нравится это больше? Я не знаю, как я тебе. Не знаю, не знаю, не знаю. Я вот здесь покрыла лаком, думаю, ну, на всякий случай, если ты здесь можешь. А, так вот это я покрыла, да, потому что, видишь, я покрыла матовым, и оно блестеть перестало. Поэтому ставь туда, внутреннюю сторону. Ну, я пока сюда поставлю. Ну, давай сюда поставь. Beautiful, thank you. А что ты говоришь, как кто-то телефон мой взял, да? Да. А что за тетенька? Ну, она такая пожилая. Да, я пока сюда поставлю. Ну, давай. Потому что мне там надо всех понимать. Слушай, там мои отпечатки остались. Что? Мои отпечатки остались. Ну, ладно. Очень красиво. Короче. Очень, блядь, красиво вообще. Погоди, я сейчас прям переставлю туз этой. Сейчас. Смотрите, вот эта сторона, да, вот эта. Все говорят, ага. А поверни той стороной. Сейчас эта сторона. Говорят, этой лучше. Yeah, you like this better? You know why? Because everything got color of like dark. Yeah. And when you see that, it's a little bit more like different. You could see the focus where all that comes from. Yeah. Okay. When I came in, the first impression was the colors. Yeah. And then you could see different features. Yeah, yeah. That is awesome. Okay. Окей. Thank you. Все, это последний штрих, наверное, да? Да. Короче говоря, показываю вам еще раз. Мне Оксана говорит, у нее кто-то телефон взял. А женщина какая-то хочет заказать у меня картины. Оксана мне вчера позвонила, вот, говорит, дала телефон. Короче говоря. Так, а если с этой стороны? С этой стороны тоже красиво. Короче, не знаю, что делать. Вот эта женщина тоже, ей очень нравятся мои картины. Она разглядывает, говорит, надо же, как красиво. Видите? Ну, как в галерее люди ходят, смотрят. Смотри, женщины на мои картины, как в галерее смотрят. Видишь, как? Как будто вы в галерее. О, вот так прям смотришь же, приятно, что они вот так вот разглядывают. I want to hear. I want to hear what you say. No, I was telling her the way that the picture comes out is the color, and then you put another color in it. Yes. Then you splash some paint. Yes, yes. And then you make some designs, and then you use what we call in Spanish a gamba, like a mica. Yes. Okay. I don't know if you say it the same way, which is where the combination, the faces, you paint and make it spray or whatever. And that makes the picture come out. Mm-hmm. And then you put the designs how you want it. Yeah. But it's very nice. I love that one. Thank you so much. That is awesome. Yeah. Okay. That, I mean, but it's nice work. Yeah. I always look at from the side. You was saying something. I say, look, this is like my gallery, and people talk about this. Oh yeah, yeah. It is. Yes. It is because that's your art. It's good art. Yeah. If it was happy. In a gallery, you have something to admire. Yes. I am very happy. You gotta look inside. Ella fue la que hizo esto. Uh-huh. Yeah. You made them, right? All of them, yeah. Besides the dogs, I didn't make dogs. Yeah. All of this and this, everything, yeah. This was first pictures, and Oksana said, I want all of them. We started. That is nice. That's first ones, yeah. That is unique. Yeah. You signed them, right? Yeah. Okay. Yeah. Because that is, I think in the bottom she signed it. Oh, yeah. I like that. Somewhere I signed, yeah. Yeah. Mm-hmm. Very nice. Thank you very much. She noticed that it's a lot to me. It means a lot to me when people say, yeah, I really like it, yeah. Yeah. Thank you. Oh, yeah? Uh-huh. Она говорит, как только вошла, сразу поняла, что что-то по-другому все. So it's to better, right? Oh, it looks nice. Yes. It looks nice. Thank because you. Now it looks like a salon. The art brings out. Теперь говорит, как салон выглядит. Yeah. Good job. Thank you. Very nice. So this side is better, right? You say? Uh-huh. I like that side. Because she was asking which side was better. Here. Side. Or this side? Here.
Yeah. Which is the difference. Ooh. But see that difference? To me, this is nicer because everything here, you could see the splash already. But when you look at this, you could look at the picture. Okay. Yeah. And here, now you could see the splash, but here it changed the focus. Yes. Now mm-hmm. here, you're looking at faces, you're looking at the nails. Yeah. So this stands out when you look at that. Yeah, okay. You know, so it's like the eye thing. Yes. I love designing. Yes, so likes, I like to see the perfect, thank you. I like perfection. It's good job. Well, they're going to splash here anyway, so it's good then. It won't, and yeah. If they splash, it's not going to be much of a difference because it's a lot yeah. of color. Splash anyway, yeah. So I hope they don't ruin it, but no. yeah. Все равно здесь они брызгают, поэтому не будет такого разницы. Yes, Женщине нравится больше всех вот эта картина. Вы видите, как реагирует на мои картины? Вот так вот. Thank you very much. Thank you very much, young ladies. Thank you. Оксаночка, все, я побежала. Оксана у нас сегодня занята. Что за женщина? Телефон-то у тебя взяла. Ну, клиентка моя, ну, что за... Что, она картины хоть захотела заказать, да? Ну, да, она там переехала в какой-то новый дом. Я Винсенту говорю, Оксана, говорю, женщине дала этот телефон, она хочет заказать картины Винсент. Такой, вот! Еще одна хотела. Ну, принеси мне, ты карточки мне принесла. Да, сейчас принесу, сейчас. Сейчас. Оксана просила у меня карточки ей дать. Она говорит... Как раз там твой телефон, и буду знать, что ты риэлтор. Я же карточки свои не расставляю везде подряд, да, там. Но если Оксана говорит, дай, то он дам, конечно, с удовольствием. Вот, а так... Нет, правда, Оксана один раз оставляла карточки какие-то, да, все оставляла. Сейчас. Рыбинск, открой. Так, вот у меня тут целая куча карточек. О, Оксане дам. Карточки у меня красивые. Наша Алена делала дизайн. Вот. Очень красивые. Все, дорогие мои. Погодите, вот тут вот. О, так лучше. Так, отвезла. Оксана очень сейчас занята, поэтому я, конечно, даже отвлекать ее не буду. Тетеньки до сих пор там стоят, обсуждают мои картины. Я дала им карточку, говорю. Я говорю, не только художник, я еще и риэлтор. Она говорит, о, говорит, спасибо, спасибо. Мы обязательно к вам обратимся. Вообще, конечно, я очень Оксане благодарна за то, что она мне предоставила этот проект, да. И она придумала то, что давай сделаем салон. Это очень круто, на самом деле. Потому что каждый художник мечтает о том, чтобы выставить куда-то свои картины, чтобы видело много людей. И люди устраивают галереи. Да, вот как мы с Аллой ездили на Art Miami. Там было много людей, но этот Art Miami был только неделю. И все, и картины все увезли. А парикмахерская Оксаны, сами понимаете, годами будут висеть мои картины. Что-то буду, может, перевешивать, что-то еще напишу, другое уберем. Но это будет круто, потому что люди приходят и смотрят, и кто-то интересуется, кому-то нравится, и кто-то хочет иметь такие же картины. А меня это очень радует. Это не может не радовать. И вот женщина сегодня, и две женщины подтвердили. Сегодня одна говорит, я дизайнер, я люблю делать дизайн. Говорит, очень красиво. Поэтому это моя возможность, это моя, как говорится, бесплатная галерея, да, повесить свои картины, вроде как украсить салон, и с другой стороны такую вот галерею иметь. Это большое счастье, это большая удача. Моя Оксана, это большая удача в моей жизни полностью. Не только из-за салона, а вообще. Вот. Недаром мы с ней дружим уже столько лет, с 11 года, это уже считайте, сколько это, с 2011-го, 12 лет мы с ней дружим. Вот. И никто не помышлял о том, что кто-то будет блогером, потом будет художником. Я же была не блогер, ничего. Поэтому очень здорово. Буду читать ваши комментарии. Горькая и жесткая критика
не принимается в мой адрес. Я уже говорила на прямом эфире. Для того, чтобы кого-то критиковать, нужно иметь лицензию критика. Да? Если вы хотите подсказать что-то, как-то получше можно нарисовать, на лучше можно написать, с удовольствием почитаю ваши подсказки и помощь. Критика. Я рисую всего 4 месяца, поэтому критика в адрес мой, как критика к художнику, который рисует давно, она неуместна на самом деле. И если я что-то запорола, я это вижу сразу. И я сразу вам говорю. Пропорции не соблюдены. Стоят гулливеры в Париже. Сказала, сказала. Поэтому я это сразу вижу и так. Поэтому всех вас благодарю за то, что вы были со мной. Вместе мы делали ширму, вместе мы ее отправляли. Ну и буду ждать телефон, а вдруг позвонят и скажут: Наташа, нам нужны картины, как у вас. Я дорого не возьму, как говорится, но заработаю что-то. Пока еще нет. Пока еще только Сурик вот у меня купил картины, и все. Но у меня еще и картин-то нет. Все раздаю как-то, все как-то. Вроде рисую, а картин нет. Вот. Меня уже на прямом эфире спрашивают: Наташа, когда ты на сайт выставишь свои картины? А мне выставлять нечего пока. Надо заниматься этим как-то. Все, всем пока. Что-то глаз чешется. Почему глаз чешется? Выпьем или глаз выбьют, не знаю.